Лидия Федосеева-Шукшина обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Актриса просит защитить ее от мужа Барри Алибасова и его помощника Сергея Мацаря. По мнению артистки, мужчины, желающие завладеть ее квартирой, не остановятся ни перед чем. Скандал вокруг квартиры, которую Лидия Федосеева-Шукшина подарила Барри Алибасову, а он, в свою очередь, переписал квадратные метры на Сергея Мацаря, не прекращается. Актриса была возмущена поступком супруга, поэтому захотела вернуть недвижимость, а позже и вовсе с ним развестись. В октябре суд признал договор дарения недействительным, поэтому артистка вновь является полноправной хозяйкой этого имущества. Но Алибасов и Моцарь сдаваться не намерены. Они уже подготовили апелляционную жалобу. Федосеева-Шукшина в шоке от настойчивости мужа и его помощника. По словам представителя Юлии Вербицкой-Линик, актриса сильно сдала на фоне скандала с квартирой. Адвокат боится, что из-за дерзких действий Барри Каримовича и Сергея история может закончиться трагично. В письме Александру Бастрыкину Лидия Николаевна отметила, что Алибасов и Моцарь занимаются мошенничеством. Мол, они фальсифицируют доказательства и вымогают деньги. Также Федосеева-Шукшина хочет, чтобы супруг и его помощник понесли наказание, если, конечно, Следственный комитет найдет для этого основания.